Христос воскрес, мои любимые, дорогие подписчики и гости моего канала. Поздравляю вас с великим праздником и светлым Пасхи. Желаю вам здоровья, оно вам очень понадобится в этой ситуации. Терпение, это тоже необходимо для того, чтобы выдержать все, что нам суждено пережить. Счастья и всяческого благополучия. Я вижу, что вы находитесь в самоизоляции, но тем не менее столы ваши ломятся от яств. Я представляю на них ароматные куличи, у нас говорят на них Пасхи, домашнюю колбаску, окорока, запотевшую бутылочку водки, а может быть кто-то пьет когор. У нас тоже в семье очень широко отмечается этот праздник, мы всегда накрываем большой длинный стол. Для него я сшила 4 скатерти красного цвета в одну. У меня есть красивая салфетка, вышитая по случаю. Я накрываю корзинку, когда хожу светить Пасхи. У нас собирается вся большая дружная семья. И, к сожалению, в этом году мы праздник этот будем встречать по отдельности. В этот день у нас обязательно бывают шашлыки. У нас веселая дружная компания. Когда все разъезжаются, все забирают с собой Пасхи, которые я напекла. А потом через неделю я пеку их еще отдельно для своего мужа. У меня всегда получаются очень хорошие вкусные Пасхи. Я не прилагаю к этому каких-то больших серьезных усилий. Тесто не надо месить. Делается все очень просто. Пасхи очень вкусные, долго не черствеют. И я в следующем году обязательно с вами поделюсь своим фирменным рецептом. Последние вселенная всех нас поставила на паузу. И это повод задуматься о том, почему это случилось. Почему мы должны сейчас все остановиться, прекратить свои работы, свою деятельность. Почему у нас вымирают первыми старики, как незащищенные слои населения? Почему мы хорошо знаем все об артистах и футболистах и практически ничего не знаем о таких известных врачах, как Шалимов, Амосов, Богомолец? Я думаю, что сейчас мы еще не можем в полной мере переосмыслить то, зачем нам дана эта пауза. Милые мои женщины и не менее милые мои мужчины, я так рада вам и вашим комментариям. Я не прошу вас никогда ставить лайки, подписываться на мой канал. Для меня самое главное, чтобы вы услышали, увидели мои видео и сделали для себя какие-то свои выводы. Для меня нет большей награды, чем когда я получаю в ваших комментариях вот такой вот. Я смотрю ваши видео на работе. Я начинаю свой день с вашими видео. Или я с нетерпением жду ваших видео. Спасибо вам за информацию, которую вы нам предоставляете. И действительно, цель моих видео – предоставить вам нужную для кого-то необходимую информацию. Я так хочу, чтобы сюда приехали семьи с детьми. Ведь вы едете по путевке на неделю, ваши дети не успевают адаптироваться и потом болеют. И такой отпуск приносит им не столько пользы, сколько вреда. Я хочу, чтобы они месяц жили здесь, на море, на солнце, и улучшили свой иммунитет. Особенно это касается тех, которые живут в холодных странах, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и так далее. А еще я хочу, чтобы сюда приехали люди, которым за 50+. Вы знаете, я вижу здесь очень много пенсионеров, и это очень глубокие пенсионеры, им всем за 75 лет. Это люди, которые выглядят очень молодо. Итальянцы, испанцы, французы. Здесь их просто большинство. Они проводят свой день не лежа на диване, а на велосипеде. Они с утра едут на море, смотрят на красивых рыбок и кораллы. После обеда они отправляются в пустыню кататься на велосипеде. Такой образ жизни не дает им возможности стареть и поддаваться болезням. Еще хочу вам рассказать о такой паре, которая живет у нас здесь в компаунде. Это немецкая пара. Он высокий, крупный мужчина, она небольшая, миниатюрная женщина. Они каждый день занимаются спортивной ходьбой. Они берутся за руки и быстро идут по дорожкам компаунда. Вот, изгоняют свои болезни и отдаляют смерть. Еще мне хочется, чтобы сюда приехали одинокие женщины. Здесь очень красивые египетские мужчины. Они какие-то люди без возраста, длинные пушистые ресницы, красивые карие глаза выразительные. Они будут лить вам в уши такие песни, которых вы не слышали никогда. А если вы блондинка, то у вас здесь не будет отбоя от кавалеров. Давайте все сюда. Я не призываю вас забывать о своих внуках или о помидорах на даче, но вы можете легко здесь провести прекрасное время 3 зимних месяца.
У нас в Шарм-эль-Шейхе нет никакой видимости того, что люди отмечают Пасху. Вчера мы с мужем гуляли по нашему микрорайону и хотели дойти до христианской церкви, которая тут тоже есть. Но, к сожалению, подходы к ней все заблокированы, все входы в церковь заложены кирпичом. Здесь приближаются большие праздники. Первый праздник весны, он будет в воскресенье, в понедельник. На следующей неделе будет очень великий праздник для всех мусульман – Рамадан. И здесь приняты меры для того, чтобы люди не скапливались, не ходили отмечать праздник весны на море, не угощали всех на улицах, как это принято, едой вкусной. Наши сограждане пытаются отметить Пасху у себя в доме. Мне кажется, это не то настроение, которое присутствует у нас в наших странах. А сейчас я вам хочу показать несколько фрагментов того, как мы проводим время в эти пасхальные дни. Сегодня у нас пятница, и на улицах не просто пустынно, а безлюдно. Время приближается к пятничной молитве. Все люди остаются дома. Но еще вот, чтобы так было пусто, мы еще так ни разу не видели. Даже маршрутки не ходят. Это мы гуляем, и собачка, видите, гуляет с нами. Куда мы, туда и она. И так много собак нам прибивается. Ну все, маленький, все. Мы его кормили, он не голодный. А одна собака один раз даже в маршрутку за нами полезла. Ну иди уже домой. Ну что ты, хороший, лижешь меня, что ты лижешь? Хозяйка тебе нужна, да? Иди уже домой, тут собаки чужие. Быстрее идет за нами прямо домой. Домой. Вот египетская метра. Не сравни с нашим Киеве. У нас огромная метра в каждом районе. А тут какое-то маленькое, затрапезное. Все есть, нету только сметаны. Где эта сметана у них продается, непонятно. Вот кто-то просил тунца показать, какой он. Вот это все тунец у них. Валом тунца. Цена $1 в среднем. Все консервы съедобные, дешевые, дорогие мы всякие пробовали. Едим их просто каждый день. Обычная рыба, она дорога. Даже селедка вот есть у них, там какая-то вариация селедки. Не такая, как у нас, конечно, но тоже дорого. Понравилась мне эта метра.